свою студию всегда. Точно это времена кончились? Соответственно, и рубль сейчас пойдет. А те институты, которые за эти 10 мощных лет, которые должны были быть созданы, не ходят. А Дальний Восток еще характерен тем, что сделки заключаются по рукопожатию, слава Богу. Это не Москва, где каждый бумажку обязательно надо подписать правительство. Мы еще пока доверяем друг другу. И люди, которые, ну, на мой взгляд, я не знаю всех тонкостей решения, с того, что было, я понял, что на самом деле стабильность окончается. Начинается возврат к 90-м годам. Дай Бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что это совершенно четкий месседж. А как думаете, не связано это с тем, что, например, реформа полиции, полицейских стало намного...